Всем снова здравствуйте, с вами канал Sports Betting, и сегодня я хотел бы вам поведать свое мнение по поводу матча португальской лиги 15-го тура. Бенфика у себя дома принимает команду Национал, или Национал, неважно. В общем, чтобы кратенько пробежаться по команде, я просто для тех, кому интересно, скажу то, что ни одна, ни вторая команда не показывает стабильную игру за последние 5 своих игр. Бенфика за последние 5 своих игр 2 раза сыграла ничью, 2 раза выиграла и разочек успела даже проиграть. Но при этом проиграла она сильному сопернику Браге, сыграла в ничью 1-1 в гостях Спорту, Эстрелью выиграла со счетом 0-4 и выиграла у себя дома Танделу 2-0, сыграла со Санта-Кларой в гостях 1-1. Национал смотрится, конечно, похуже, весьма похуже. У них 5 игр и 4 проигрыша, один из которых в кубке. Проиграли они Виктории Гимарайш, Мария Иренса, Спортингу и выиграли Танделу. Причем Танделу они выиграли у себя дома со счетом 2-0, и Бенфика также выиграла Танделу у себя дома со счетом 2-0. Значит, что мы видим по очным встречам? Последние 3 очных встречи между Бенфикой и Националем проходили 2 встречи дома у Бенфики, и она выиграла за 2 встречи дома с общим счетом 13-0, последний матч 10-0 и 3-0, и в гостях 4-0. То есть по совокупности 3 матчей мы имеем то, что Бенфика разгромила просто со счетом 17-0 за 3 матча в очных встречах начала. В турнирной таблице Бенфика идет на 3-м месте, а это позволяет квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Причем ведет она не с большим отрывом, но Спорту делит, так сказать, вторую и третью строчку, потому что у них у обеих этих команд по 32 очка. А вот Национал на 15-м месте идет, и следующее место, 16-е, это зона понижения. Квалификационная. Вот. И мы имеем то, что у Бенфики не сыграет аж 10 игроков основного состава. Так вот, на чем мы с вами остановились? На том, что у Бенфики не сыграет 10 ключевых игроков. Также прогноз выйдет, когда ставка будет уже в лайве, и можно ловить очень хороший коэффициент на то, что обе команды забьют. А это 1.83 на то, что команды обменяются голами. Я считаю то, что нестабильная игра обоих команд на протяжении своих 5 матчей, каждой из команды, может выдать сегодня перестрелку голами, и в принципе тут разглагольствовать вроде бы не нужно, потому что проиграть со счетом 17-0 за 3 матча и не навязать никакой активной борьбы сегодня, я думаю, это навряд ли. Поэтому, возможно, я даже сделаю скидку на ничью со счетом 1-1. Потому что Бенфика очень любит играть в ничью 1-1. Потому что обычно, если встречи заканчиваются 1-1, то заканчиваются в ничью. Ну, вы поняли, что я хотел сказать. Поэтому я предлагаю ставочку с коэффициентом 1.8. Обе команды забьют, да. Плюс еще сегодня будет ночная аналитика по поводу матчей НБА. Поэтому все следим за каналом. Всем спасибо, что вы смотрите. Всем удачи. Всем пока.